Мы с вами отметили, когда рассматривали позицию ограниченного искупления, что сторонники ограниченного искупления должны объяснить, что если Иисус Христос, по их мнению, умер только за избранных, почему же мы все-таки должны благовествовать всем? И мы с вами перечислили причины, которые вполне разумны. Но я все-таки предположил, что есть проблема с утверждением о том, что Иисус Христос умер только за избранных, но при этом необходимо благовествовать всем людям. Во-первых, мы должны согласиться с тем, что весть евангельская, она вселенская. Иоанна 3:16. Далее книга Деяний, 10 глава, 43 стих. И книга Откровения, 22:17. Итак, Евангелие для всех, мы должны благовествовать Евангелие всем. И вот я бы предположил, что утверждение о том, что Евангелие для всех, более согласуется с утверждением, что искупление для всех, чем с утверждением об ограниченном искуплении. И здесь есть один очень важный момент. Ибо если вы верите, что Иисус Христос не умирал за каждого человека, и после этого вы в церкви встаете за кафедру и, обращаясь к слушателям, говорите: «Всякий, кто пожелает принять Христа, сегодня может обрести спасение. Каждый может прийти ко Христу, потому что Христос любит вас, и Он приобрел для вас спасение». Вот, будучи сторонником ограниченного спасения, вы не можете такое говорить в церкви. Если, конечно, вы не уверены в том, что среди ваших слушателей только лишь избранные Богом люди. Но как вы можете об этом знать? И к чему же я это все говорю? А говорю это вот для чего. Если вы являетесь сторонником ограниченного искупления, то вы не можете благовествовать каждому человеку, потому что вы не верите, что Христос заплатил за грехи каждого человека. Да, есть разумные причины, которые объясняют, почему нужно благовествовать, и мы эти причины разбирали. Но все-таки есть один очень важный момент, который показывает, что сторонники ограниченного искупления непоследовательны, когда они призывают благовествовать всем. Так как мы не знаем, кто избран, а кто нет, и на служении могут быть люди, которые не предопределены ко спасению, то мы не можем, обращаясь к ним, говорить, что Бог любит их и заплатил за их грехи, если они не являются избранными. Поэтому, если вы являетесь сторонником ограниченного искупления, то вы не можете всех призывать прийти ко Христу в конце, скажем, служения или проповеди, или свидетельствуя кому-то один на один. Вам необходимо будет это перефразировать, сказать это несколько иначе. Нет ничего неправильного в том, чтобы говорить: «Бог любит тебя, и Иисус любит тебя, и Бог хочет восстановить с тобой отношения, и Бог призывает тебя прийти к Нему, принять Христа как своего личного Спасителя». И Христос умер на Голгофском кресте, чтобы заплатить за грехи. И Он хочет, чтобы мы сообщили тебе об этом, пригласили тебя к Нему, призвали тебя принять Его как своего Спасителя. И вот сторонники ограниченного искупления, говоря о том, что Христос умер за грехи, не могут сказать, что Он умер за твои грехи. Они не могут сказать, что Христос умер за грехи всех людей, потому что они в это не верят, если придерживаются позиции ограниченного искупления. Поэтому мне представляется этот момент важным. То, как мы благовествуем, то, как мы делимся радостной вестью с другими людьми, и что при этом говорим. Есть еще один аргумент.
Помните, как мы обсуждали аргументы в защиту позиции ограниченного искупления? И мы с вами говорили о том, что если Бог намеревается спасти всех людей, если Он заплатил за грехи всех людей и хочет всех спасти, то Он всех и спасет, но не все спасены. Поэтому, по всей видимости, Бог и не намеревался всех спасти. Я часто слышу такой аргумент из уст сторонников ограниченного искупления. Они часто говорят о спасении, о искуплении. Да, в чем-то они правы, но что необходимо для того, чтобы получить спасение? Что требуется человеку, чтобы стать искупленным? Да, кто-то должен пойти, приобрести подарки и вручить их тому, для кого они предназначены. И с этим никто не спорит. Но если мы идем таким путем, неужели нельзя сказать о том, что у Бога есть одни намерения, одни желания, за кого Он хочет заплатить, для кого Он хочет приобрести подарки, и другие желания относительно того, кто эти подарки примет? И у нас нет причин, чтобы не предположить, что у Бога могли быть разные намерения по поводу спасения. И когда мы понимаем, что у спасения есть две стороны, обеспечение спасения и принятие спасения, и у Бога могут быть намерения и по одной, и по другой части этого процесса. И поэтому, если кто-то говорит, что если Бог намеревается всех спасти, то все будут спасены, нет. Потому что мы должны сказать о том, что для того, чтобы получить спасение, кто-то должен за это заплатить, а кто-то должен это принять. Поэтому нельзя говорить, что в этом отношении есть изъян в позиции неограниченного искупления, так как согласно этой позиции утверждается, что Бог способен сделать все то, что Он намеревается сделать. Просто Его намерение в том, чтобы заплатить за грехи всего мира, но чтобы приняли это спасение только избранные. Но а как же быть, скажете вы, с некоторыми текстами Священного Писания? Скажем, послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 31 по 39. И совершенно очевидно, что в этом тексте речь идет о верующих людях, за которых Христос умер. И как быть с теми текстами, в которых говорится, что Христос умер за церковь, за друзей, за избранных? Как мы тогда будем толковать вот эти тексты Священного Писания? И я не говорю о том, что эти тексты Писания имеют вселенский аспект. В них есть ограничения. Но почему мы думаем, что Писание должно выражать всю истину целиком в каждом тексте Священного Писания, причем по всем темам сразу? И нет ничего непоследовательного в желании согласовать те тексты Священного Писания, в которых говорится, что Христос умер за нас, за своих овец, за Церковь Божию, и те тексты, в которых говорится, что Христос умер за весь мир. И почему в этом нет ничего непоследовательного? Да потому что первая группа включается во вторую, в весь мир. Вот проблема была бы в том случае, если бы в 8 главе послания к Римлянам или в 5 главе послания Иоанна Иисус говорил бы, что Он умер за своих друзей только, и только за них Он умер, что Он умер только за своих овец. И Павел бы говорил, что Он умер за нас только, за избранных только. Но такого в Писании мы нигде не находим. Поэтому все, что говорят сторонники ограниченного искупления, толкуя тексты, записанные в 8 главе послания к Римлянам и в 5 главе Евангелия от Иоанна, все это верно. Мы не пытаемся исказить те тексты Писания, в которых говорится, что Христос умер за верующих, и вложить в них иной смысл. Но точно так же не стоит брать тексты, в которых говорится о том, что Иисус Христос умер за весь мир, и пытаться исказить их смысл, и вложить в них иной смысл.
И к чему же тогда все это нас приводит? Во всяком случае, если говорить о том, к какому убеждению пришел лично я, то я считаю, что искупление не ограничено по своей ценности, по своей достаточности. Это не ограничено. Что касается того, на кого оно распространяется на всех. Также искупление не ограничено в отношении того, за кого Христос намеревался умереть. Оно ограничено только в том, что не все это искупление приняли. Только избранные приняли Божий дар. И когда мы осознаем, что в процессе спасения есть две составляющих, то тогда уже нет необходимости читать тексты Священного Писания таким образом, чтобы вносить в них иной смысл и говорить о том, что мы примирены с Богом, даже несмотря на то, что мы сами игнорируем Бога. Нам уже нет необходимости читать эти тексты Писания, считая, что они относятся только к верующим. Потому что, студенты, если мы читаем эти тексты Писания и считаем, что они относятся только к верующим, то верующие не получили искупления, умилостивления, примирения в тот момент, когда Христос умер и воскрес. Потому что в этом случае не было бы нужды верующим принимать Христа. Но они принимают Христа. Поэтому, какой бы позиции вы ни придерживались бы, ограниченного искупления или неограниченного искупления, вы должны осознавать, что когда Писание говорит о выкупе, заплаченном Христом, о примирении в Иисусе Христе, умилостивлении, то речь идет о том, что плата была внесена. Но ничего не говорится о том, была ли принята эта плата. И несмотря на то, что Бог предизбрал тех, кто примут спасение, это не означает, что эти предизбранные получают спасение в тот момент, когда Он вносит плату. Есть процесс принятия. Принятия спасения, приобретенного на Голгофском кресте. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Позвольте мне на этом остановиться и дать время вам задать вопросы или высказать какие-то мысли по этому вопросу. И затем мы уже с вами перейдем к рассмотрению доктрины избрания. Итак, пожалуйста, какие у вас есть вопросы или мысли относительно всего того, о чем мы с вами только что говорили, по поводу ограниченного и неограниченного искупления? Да, пожалуйста. Вот, доктор Файнберг, у меня есть вопрос относительно неограниченного искупления. Означает ли это, что согласно этой позиции жертва Христа была принесена за всех, и кровь Его была пролита за всех, и поэтому, даже если я не уверую, мои грехи все равно искуплены? За ваши грехи заплачено, но от этого вам нет никакой пользы, потому что вы не приняли эту плату. Вы решили попытаться заплатить самостоятельно. Вот вы помните аргумент Маршалла по поводу двойной оплаты? Я бы возразил на это, сказав, что этот аргумент не доказывает неправильность позиции неограниченного искупления. Это лишь показывает неразумие людей, когда они могут что-то получить даром, но при этом решают заплатить самостоятельно. И особенно это неразумно, когда мы понимаем, что человек не в состоянии никогда внести соответствующую плату. И это не доказывает, что Бог в действительности не внес плату. Хорошо, пожалуйста, еще есть вопросы? Да.
Ну, а как быть с теми, кто не слышал Евангелия и не принял Божий дар, только лишь потому, что не знал о нем? За грехи этих людей не заплачено, или они вынуждены сами себя искупать? Если они умерли, не услышав Евангелия, то они не избраны. Потому что если ты избран, ты примешь Христа как своего личного спасителя. Вы сами ранее сказали, что спасение не происходит автоматически. И это правильно. Автоматически спасение не происходит. Это не происходит в тот момент, когда Христос умер. Но если вы являетесь избранным, то есть гарантия, что вы услышите Евангелие и примете. Простите, если я об этом не сказал достаточно ясно. Вопрос хороший. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.